Коронавирус и его экономические и социальные последствия – самые обсуждаемые темы во всем мире. Я решила узнать, как COVID-19 уже повлиял на индустрию моды и как в новых реалиях работает российский фэшн-ритейл. В одном из главных столичных модных магазинов при входе покупатели могут взять защитные маски и перчатки. На каждом этаже установлены приборы для очистки и дезинфекции воздуха и диспенсеры с антисептиками для рук. Без него, кстати, в нынешних условиях никак, поэтому обязательно воспользуемся. Все продавцы-консультанты работают в масках-экранах и перчатках, а одежду после примерки пропаривают. Сейчас безопасность превыше всего. Насколько для фэшн-ритейла, для всей фэшн-индустрии коронавирус станет серьезным сложным испытанием? Я бы отдельно фэшн-ритейл не выделял. Это сложная ситуация для всех нас. И я думаю, что забота о наших покупателей и сотрудниках – это вот главное, что мы можем делать. При этом наша цель – предоставлять максимальный сервис, широкий ассортимент и цены такие же, как в Европе. А с учетом последних изменений в курсе рубля, сейчас они даже ниже, чем в Европе. Когда коронавирус начал распространяться в России, сократилось ли количество физических покупателей в магазине и выросло ли число интернет-покупателей? Если говорить о трафике, то, конечно, количество посетителей оно сократилось. При этом продажи через cum.ru они существенно выросли, особенно вот за последние несколько недель. Почему было решено оставить Fashion Department Store именно в рабочем режиме, а не перейти, допустим, на онлайн-заказы и курьерскую доставку? Здесь мы внимательно следим за ситуацией и следуем рекомендациям правительства Москвы. При этом онлайн-бизнес у нас работает. Все сотрудники, которые доставляют заказы, все курьеры, у них тоже есть средства индивидуальной защиты. Не будет ли задержек с поставками новых коллекций, которые должны были прийти? Наши логистические службы работают так же, как работали до этого. Товар поставляется. Мы не ожидаем, что будут какие-то проблемы с поставками. Если ситуация не ухудшится, так же будет и в будущем. Сейчас в модном универмаге представлены в полном объеме дизайнерские весенне-летние коллекции. В Валентино можно выбрать платье для особого случая. В Bottega Veneta – ультрамодную сумку-кассет, которая отлично дополнит любой образ. Или одну из самых популярных моделей – сумку-клатч Pouch. Она теперь в ярких цветах. Мужчинам следует заглянуть в Лора Пьяна. В новой коллекции появились пиджаки из вельвета и лоферы необычного оттенка шалфей. У Том Форда, как всегда, изысканные костюмы и бабочки. Однозначно, красота и соблюдение мер профилактики распространения коронавируса спасут мир.